Ключи от своего жилья. В Самарской области в этом году почти 700 детей-сирот получат квартиры. Это на несколько десятков человек больше, чем в 2020-м. Эту программу курирует губернатор Дмитрий Азаров, поэтому с каждым годом число новоселов среди сирот растет. На эти цели в этом году выделили более 900 миллионов рублей. Большая часть средств из областного бюджета. Квартиры приобретают как на первичном рынке с чистовой отделкой, так и на вторичном. Площадь жилья по нормативу не менее 33 квадратных метров. Пресекли преступную торговлю. В Самарской области провели спецоперацию по выявлению каналов контрабанды наркотиков и оружия. В ней приняли участие сотрудники уголовного розыска, ГИБДД, ФСБ, росгвардейцы и участковые. Улов оказался большим. Правоохранители задержали 132 человека, которые связаны с незаконным оборотом наркотиков. Всего силовики изъяли более 3 килограммов сильнодействующих наркотических веществ. Кроме того, у подозреваемых обнаружено 16 охотничьих ружей и патроны к ним. В отношении всех задержанных возбуждены уголовные дела. Подозреваемым грозит до 20 лет лишения свободы. Самарский пловец Александр Кудашев выступит на Олимпийских играх в Токио. Все претензии с него сняли. Напомним, 14 июля Международная федерация плавания сообщила, что российские пловцы Александр Кудашев и Вероника Андрусенко временно отстраняются от участия в Олимпиаде. Якобы они нарушили антидопинговые правила. Дело российских спортсменов рассмотрел спортивный арбитражный суд и пришел к выводу, что пловцы невиновны.